дорогие наши зрители, а также просто подписчики нашего YouTube-канала. Рано утром нам сообщили очень печальную новость. Речь пойдет о нашем любимом российском певце и музыканте Ярославе Сумишевском. Все мы знаем, какое горе настигло в прошлом году Ярослава Сумишевского. Он потерял свою любимую супругу. Многие из нас долгие годы наблюдали за жизнью Ярослава Сумишевского, смотрели его концерты и слушали его песни. Сообщает о том, что сегодня ночью в одной из городских больниц за медицинской помощью обратился певец Ярослав Сумишевский. Его доставили на скорой помощи с подмосковного поселка, где он в тот момент находился на даче у своего друга. Вечером друзья отдыхали на даче, и Ярослав Сумишевский решил прогуляться по поселку, так как никогда не был в этих краях. В какой-то момент он заметил, когда возле сельского магазина молодой пьяный человек пристает к девушке. Он сделал ему замечание, между ними завязалась драка. Ярослав Сумишевский оказался сбитым неизвестным хулиганом. Пока приехали друзья на помощь, хулигана уже не было, а Ярославу Сумишевскому потребовалась медицинская помощь. Более конкретных сведений пока нету, так как никто не хочет комментировать эту ситуацию. Будем надеяться, дорогие наши зрители, на то, что с Ярославом Сумишевским все будет хорошо. Будем надеяться, что медики ему окажут медицинскую помощь. Не забывайте, что мы делаем для вас эти новости, и они выходят у нас каждое утро. Подписывайтесь на наш канал, друзья, следите за нашими новостями и будьте в курсе всех событий на нашем YouTube-канале.